Хо-хо-хо, с вами снова Муристика Фрэгранс Гейм. Продолжаем проходить страшные, ужасные капли для глаз. И как по сценарию, я все время начинаю с одного и того же. Сбрасываю все настройки. Нажимаю «Да». Начинаю двигаться. Так, курсор пропадает. И в прошлый раз мы остановились на моменте, где я увидела вот эти странные дырочки в стенах. Мы занимались подглядыванием. Так, тут у нас пацан, который рисует что-то неестественное для ребенка, но очень даже интересное. Этой старик, который очень расстроен тем, что он профукал все свое детство на рисование всякой ненужной ерунды. А здесь у нас доктор, зрелый доктор, который проверяет те факты, которые он нарисовал на стене в детстве. На людях. Да, он очень симпатичный человек. Ну, знаете, мы сначала пойдем к малышу, потому что что нам эта детка сделает? Возьмем для начала... Возьмем дробовичок. Все-таки дробовичок как-то с ним по... Хорошо. Лучше будет что-то с ним. Так, пацан, вылазь. Тан? Так, здесь вполне нормальная комната для ребенка. Скорее даже очень даже ненормальная. Такого ребенка лучше проще абортировать уже. Так, выбор кнопки. Хотел нажать С, выбор. Там надо выбрать какой-то цветочек. В каком цветочке идет речь, фиг его знает. Там идет какая-то маргаритка и подсолнух. Так, здесь нарисован подсолнух. Подсолнух, точно. Давайте берем подсолнух. А вот этот. Что, неправильно, что ли? Это нехорошо. Ладно, давайте пойдем теперь к старикану, да? Пойдемте к старикану, он попроще будет. Старичок, боровичок, давай. Не пугай, о, он пропал. Так, я готова, у меня есть дробовик, и если что, я вам отшибу бошку. Такой мой друг. Типа, тут пищит. Вот тут пищит, говорю, хватит пищать. Так, здесь на всякий случай нарисованы винтики всякие. Давайте, ой-ой. Давайте войдем и возьмем. Забыла, как выглядели эти винтики. Винтики выглядели три винтика. Ставим три винтика. Правильно. Если поползешь. Так, откуда они будут дверь нам образовывать? Так, теперь пойдемте к зрелому. Зрелый сто пудов самый злой, потому что молодость зла. Я не по себе сужу. Сужу по рающим. Очки, они ничего плохого сделать не могут. Давайте прослушаем, что тут. Assimilation of subject's consciousness. Initial symptoms. Shock pain in brainstem at centered on insertion point. Followed by gradual onset of hemorrhaging as capillaries dilate. Over time, degradation of the ego generates strong suicidal tendencies. They lose who they are and become clay, completely reshapable in my image. But not me. Something keeps me from staying completely within. Так, мужик, ты чокнутый. Так,
гонит. Он не дает мне покоя. Так, что тут на рисуночках нарисовано? Здесь нарисован мозг, какая-то дендрит. Что ж ты так скулишь? Так, какая штучка там нарисована, я уверена. А, это дендрит. Просто нервик, а это с дендритом. Как это интересно. Это не замечательно? Воу, 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 что происходит? Что за... Мамочки мои. За оригинальный домофон тут у вас. Так, это оказывается не знак поиска уравнения или графика. Это оказывается знак маяка. В общем-то. Оригинально, вполне оригинально. Это немножко похоже на сатанизм. Сатанизм вредно. Каюшки, блестяюшки, что-то здесь должно быть интересное. О, на баночка. Нам бы зеркало, потому что я очень хочу прокачать что-нибудь. Это же наш... Наш дорогой друг. Джозеф. Джозеф, точно, Джозеф. Джозеф, давай, живи. Что-то мне подсказывает, что он стал злым. Джозеф, живи, брат. Живи ради меня. Thank God you're okay. I don't know what I am. Это значит, что ты не But знаешь. It's definitely not okay. Ему ввели эту фигню в ствол you мозга. Brought me here? Нет, нет. Это не я, я хорошая. Нет, нет. Jesus, what happened? My head feels like... Like... Do you hear that? We need to get out of here. Can you move? Yeah, I... Joseph! Хотелось бы мне... Так, пробел, держи спутника. That's much better. Вау, отлично. Я лечительный взгляд. Часто говорили, что с помощью моего взгляда люди становятся более спокойнее. И у них появляется немножко жажда покончить с собой. Не поделаешь, такой у меня депрессивный взгляд. Так, слушай, Джозеф, пойдем, брат. Да, у меня такой компьютер был. Точно такой же. Let's get out of here fast. Телефон, позвони кому-нибудь. Так, у меня есть оружие. Если что, я им воспользуюсь. Забери. Оп! Кто-нибудь тут есть? Это можно поджечь, но мы не будем этого делать, потому что вдруг еще можно воспользоваться помощью. Так, отлично. Ага, вот ты где. Запрыгнись, пожалуйста. Понимаю, ты новичок в этом деле. А, ребят, давайте не будем вот это вот делать. Всё-таки. А, ну мне это как... А да, это было зря, ребят. Так, давайте возьмем дробовичок. Дробовичок как-то с ним полегче. Подожжем. Сохни.
Че, что-то живой, что ли, здесь? А, я ему зад подстрелила. Прости, брат. Розов, ты понял теперь, что тут происходит? А тебе, походу, все равно. Ты спокойный парень, Джозеф. Мне нравишься. Даже для тебя медикаментиков возьму. Специально. Лечусь на всякий случай, а то вдруг случайно подохну. Ах, Джозеф, ты так много не знаешь. Мне опять эта мысль не дает покоя. Парень. А. Взять нечего. Так, что тут интересное есть? Медсестра ходила, охраняла сон пациентов. Как это замечательно. Кошки, что может быть круче потрошков? Потрошки. Их, говорю тебе, бери. О, молодец. Так, давайте перезаряди их. Нам еще патроны для дробовичка. Дробовичок было бы вообще супер заправить, ну ладно. Что с эмблемой этого? Бывают обычно двери. Анна. Розов, ты мне очень нравишься. Очень нравишься. Здесь... Ладно. Ладно. Пойдем. Еще нам лучше не идти никогда. Да уж ниже. Дать эти аптечки для лилипутов. Давайте сходим. Розов, знаешь, ты еще так много не видел. Здесь еще есть невидимые зомби. Ты бы знал, ты бы знал. Супер. Они еще для дробовика. Ну, да и так сойдет. Стоматология. Класс. Готово. Кстати, еще, Джозеф, не забудьте, надо подбирать вот такие зеленые штуки. Не знал... О, о, что тут? А вот тут где. Подожди, брат. Подожди его. А, он лопнул. Молодец, Джозеф. Ну, в общем, здесь надо собирать такие зеленые пробирочки. Там будет такая мозга, мозги такие. Здесь надо собирать для того, чтобы я мог улучшать у себя в чертогах разума свои навыки. Про тебя пока не в курсе. Было бы здорово, если бы тебе тоже можно было что-то прокачивать. Например, да, знаешь, ты так прокачанный. Мне нравишься. Женщину найти была бы подмога. Что? Еще пистолетики же были, патрошки для пистолетиков. А, нет, мы их взяли, да, получается? Тогда перезарядись. Теперь что я могу? Джозеф, как ты мог выйти без меня? Что, ведь не видишь, может? Я писаюсь без тебя. А. Знаешь, для меня это как-то... Знаешь, для меня это очень ранимая вещь. Прям при людях. Эта штуковина. Джозеф, не оставай, Джозеф. Хороший парень. Мне нравишься ты. Хочу, чтобы ты умер. Более всего, я не хочу, чтобы ты превратился в монстра. This looks pretty sophisticated. Why would they put a bomb like this? Do you think we can get past it? Stand back. Let me see if I can disarm it. Ты вообще бесценен, Джозеф. Ты просто бесценен. Ну, давай. Беру. Ох, какой ты молодец! Дайте подумать. Понимаю, это странно, когда тебе это говорит твой детектив, но поверь, что я люблю тебя как друга. Да. Так, то, что ты спрятался за ширмой, делает нам продолжение.
О, здесь ванна. Вау! What is it with this sound? Wow, wow, wow. I thought it was something electronic. Джозеф, нет! Джозеф, не надо, нет! Это не ты, Джозеф! Так, Джозеф, няга. Господи, что они с тобой сделали? Это не ты, Джозеф. Успокойся. Питай эти штуки обратно. О, слава богу. Пугай меня. Как ты мог? Ты же офицер Joseph, полиции. After Connelly, I thought... I don't know what came over me. I haven't been feeling well, but... Look, let's just get out of here. There's something wrong with this place. Да, ты только сейчас об этом подумал. Yeah. Так, Джозеф, ты меня беспокоишь. Лечить тебя? Врач что-то можно? I'm fine. No need to worry. Хорошо. Да, пойдем дальше, брат. Давай, все замечательно. Нет, на всякий случай, вдруг там какая-то забятина. Ты там за мной идешь? Уша. Я без него уже не могу. Он мне как брат. Как питомец. Питомец-брат. Джозеф, ты что-то не лезешь. А лезешь? Иди сюда. Давай, Джозеф. Буду тебя ждать, потому что ты мне нужен как поток свежего воздуха. Это за клёвая штука. Нет-нет-нет, разрывной болт или как это называют, он нам нужен срочно. Поэтому мы его заберем с собой. Берем, перезаряжаем. А, он у нас как бы максимум, чёрт. А, все, можно взять, отлично. We need to move. Нет, не буду быстрее, Джозеф. Даже если ты меня об этом просишь, я об этом... Думаю, только после того, как я этого захочу. Нет мне указывать. Право этого делать. Знаешь, через что я прошла. Так. Поэтому... О, еще карта. Фрагмент 9. Вот так. Так, для чего же нам это надо? Все, давайте перезарядим наш дробовичок. Как-то безопаснее. Пойдем, брат. Куда ты хочешь? Туда или туда? Никого нет, главное. Здесь никого нет. Тут кто-то есть, вылази, я тебя сразу убью. Мы можем, наконец, пойти и прокачаться. Господи, какая радость. Эй, Джозеф? Мы оставили Джозефа. Ну, будем надеяться, что это все происходит не в реальном времени. I knew it. Так, здесь я как-то чувствую себя... О, унитаз, наконец-то. Чувствую себя как можно более безопасности. Ну, здесь вроде ничего такого интересного нет. Унитаз, это замечательно. Зайти. И любопытно. Ходишь по собственному же разуму и не хочешь их обследовать? Привет, миссистричка, ты мне нравишься. Давайте почитаем газетки, что ли. А, пациенты из всех больниц заявляют об издевательствах. Вау. Это только верхушка айсберга. Пациенты психиатрической больницы Маяк утверждают, что неизвестная организация проводит над ними эксперименты по управлению поведением. Конечно, никто не верить не будет, потому что люди такие. Это говорит сумасшедший. Да, сейчас. Это говорит сумасшедший, значит, он... Тот. То, что ему привиделось. Знаете, сколько случаев насилия было? Я захочу. Наверное, здесь сохраниться нельзя. Пойдем?
для чего эти маленькие дверцы? Where are you taking me? Именно, куда ты меня ведёшь? You don't talk much. Разговариваешь собственным мозгом. Это внутри девушка. Так уж, я хочу мозг прокачать, можно? Пожалуйста, ну, разреши мне. Хотелось бы прокачаться. У меня есть ключ, кстати. Что это за ключ? Castellanos? Do you have a key like this? Да. That key will allow you to open this door. Я его нашла. Выбор, что открыть, да? The contents are yours. Правда? Please, come back whenever you need to. Нет, не уходи. А, ну ладно. Так, что же я хочу? Минус. Давайте откроем его. Ах ты ж! А почему, черт возьми? Как что ли от этого не избавиться? Что за фигня? Так, наверное, можно как-то или что? Я возьму вот эту штуку. Кем-нибудь надо его посадить, забрать. Ну боже. Ну ладно. Хотя бы у нас чертог разума есть. У меня больше нет ключей, друг. Фига. Ладно, пойдемте прокачаемся. У тебя здесь тоже компьютер есть, клёво. Играешь. Вау. Это такая же невнятная карта, как и местность. Ой, это карта. Ну, по крайней мере, у меня есть кусочки. Ставим их при себе. Ладно, пойдем сейчас. Чайно, извините, я такая неуклюжая. Жалко, что нельзя возвращаться сюда, когда захочешь, что это. Снизи, можно вас попросить? Мне нужна помощь тут. Я хочу прокачать свой мозг с помощью зеленой жижи. Ох, я думала, она закрыта. Так, хочу прокачать мозг. Давайте попробуем. Сейчас передо мной будет непростой выбор. Пожалуйста, будьте терпеливы. Так, хочу увеличить здоровье. Но у меня уже есть одно. Я увеличила. Дальше, маскарам... Нет, не хочу. Решение спецами. Спецами 5000. Я не хочу попасть в просак. Давайте сначала посмотрим оружие. Уже для дробовичка, может? Казино, кредитание. Большой выбор. Пас, патроны для пистолета, для болты для агонии, шприцы. А еще можно делать, ну, это не было. Болты агонии. Пятая начинка наносит урон, поражает врага. В общем, так, сначала. Сначала самое важное, что мы делаем, это здоровье. Увеличение максимального здоровья. Улучшаем вот это вы меня простите, если вам это не нравится. Я это улучшу. Так, это у нас супер. Теперь. А, урон рукопашный. Так, лечение шприцами обязательно. Нужно плюс 6 еще, да? Делаем это. Урон рукопашный. А, это нам не надо пока. Оружие. Чем мы пользуемся чаще всего? Мы пользуемся... Вот, эти зарядки. Дробовичок. Давайте емкость магазина увеличим. Дробовичок. Так, и пистолетик. Пистолетик, точность делаем. Так, отлично. Теперь запас. Болты для агонии.
Патрон для дробовика. Глобал 3. Так, патрон для дробовика увеличиваем. Больше. Стоп, у нас никогда не было проблемами с ними. С ними были проблемы. Так, болты агонии. Карпон, болт вспышка. Разрывной болт поражает врагов в радиусе 3 метров, но урон снижается с удалением от места взрыва. Карпон... Так. Очень часто пользуюсь гарпуном. Так, все, у нас еще осталось. Давайте еще воспользуемся чем-нибудь. Не сила. Коли уж так, давайте увеличим урон рукопашной. Против моих зомбарей. Так, что же теперь? Время перезарядки пистолета надо улучшить. Или нет, давайте лучше возьмем тогда болт. Нет, время восстановления, дальность, зарядки. Да, не, что это? Улучшение шанса убить противника выстрелом в голову. Ой, боже, здесь так интересно. Повышение для нанесения больше урона. Дробовичок давайте. И также еще для пестика. Стоит. Так, все отлично. Болты агонии. Запас для болтов агонии. Да, они нам очень часто встречаются в этом месте, и все. Больше нам еще не хватит 100 пудов. Да, все. Все, мы прокачаны с вами до фига, ребят. И теперь идем, знаете, что делать? Теперь мы идем за нашими болтами. Привет, сестра. Она мне машет. Она такая милая женщина. Вы мне очень нравитесь. А, пойдемте. Берем то, что принадлежит нам, нам и только нам. Забираем. Ага. Хочешь этим сказать, брат? Берем наш гарпушку и... Заряжаем его. Иди, вот, брат. А, вот оно. Что с тобой за фигня, брат? Ладно, коли уж так, то пойдемте дальше. Охранимся теперь. И оружие. Ну, что-то как-то недосыпимо выглядишь. Возьми хотя бы пестик. Ой, прости. Я такая неловкая, боже. Как неудобно. Так, сестричка, можно я сохранюсь у вас тут? Да можно. Сохранить. Пойдемте теперь отсюда. Спасибо, сестра. Буду собирать жидкость и вернусь. Ой, какие мы теперь прокачанные. Слов нет. Розов? Розов, ты тут? Розов, прости, что я попала на некоторое время. Просто мне надо было тут кое с кем переговорить. Можем тут уже перезарядиться. Пойдем. Розов, ты тут? Розов? Ты где? Господи, ну пойдем. А вот и контрольная точка. Мы можем наконец сохраниться и... Это же... младший детектив Кидман. Кидман! Get me out of this thing! Wait a minute. It's another trap. Look. Папа, что ли, опять? It's much more elaborate. Джозеф! Джозеф! Джозеф, живи, живи, ты мне нужен!
Joseph, are you all right? Yeah. Так. Дайте мне передохнуть. Давайте с этим я справлюсь в следующей серии, а то я со пудов уверена, что сейчас опять затуплю на полчаса, и серия получится огромной. Так что давайте. Подписывайтесь на мой канал, если вы хотите, чтобы младший детектив Кидман не пострадала. Ставьте лайки, комментируйте, а также предлагайте свои любимые игры. У меня на сегодня все. Удачи, пока!